Алло, профессор Хименюк. Игорь, вы там? Если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста. Прием. Да. Кто это? Меня зовут Ольга. Я живу в поселке в Рыжем лесу. Наслышана о вас. Думаю, мы можем помочь друг другу. Слишком часто я это слышу в последнее время. Нельзя ли поконкретнее? Учитывая обстоятельства, ваша подозрительность понятна. Но у нас общая цель – выгнать Нар из зоны. Ну, я приехал сюда не для того, чтобы вести партизанскую войну против корпорации наемников. Да, я знаю. Вы кого-то ищете, как и я. Пожалуйста, приходите в наш поселок в Рыжем лесу, нам нужно поговорить. И будьте очень осторожны, ладно? Чудовища, как правило, они приходят ночью, но не всегда. Кто вы такая? Лесная партизанка? Я Ольга. Мы с моим отцом Матвеем заботимся о беженцах и самоселах в зоне. Это все, что вам сейчас нужно знать. Пожалуйста, приходите в поселок. Я не о себе беспокоюсь. Вы сделаете доброе дело. Если буду поблизости, обязательно загляну. Это Ольга. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь?
Надеюсь, он не встречу с тем маньяком. Как его там? Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый. Тебе нужно срочно выбираться отсюда. Думай, Игорь, думай. Голова просто раскалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Ну надо же! Ты мне дал фильтр для противогаза, когда я застрял под обломками. Я вернул должок, и мы квиты. Идет? Вот отработаю контракт и бороду отпущу. Тёлочки в Москве от бород просто тащатся.
Так и знал. Они проводят опыты на электростанции. Но к чему такая спешка? Чернобыль и так у них под контролем.
Игорь, я хочу с тобой поговорить. А почему не мышонок? Крысиный король отошел по делам? Он скоро вернется. У нас мало времени. Мне нужна твоя помощь. Я должен узнать, что со мной случилось. Я помню взрыв. Ты был рядом с четвертым энергоблоком. В ту ночь исчезла Татьяна. Что ты помнишь? Немного. Пожар. Рев сирен. Люди в огне. Крики боли. Это был Харьков. 1972. Что? По-моему, ты перепутал время и место. КГБ и несколько военных гениев решили потушить пожар на газовом месторождении, подорвав ядерную бомбу мощностью в несколько килотонн. Эти кретины разнесли все к чертям. Столб пламени и радиоактивного пепла в несколько километров высотой. Жители близлежащих деревень решили, что начался конец света. Но что ты делал в Харькове? Понятия не имею. Пытаюсь вспомнить, но не выходит. Знаю только, что должен был наблюдать. Спокойно, таракан. Рано или поздно мы со всем разберемся. Постарайся пока отдохнуть. Ладно? Привет, таракан. Я тут вот что подумал. А ты можешь меня чему-нибудь научить? О, конечно. Я благословлен мудростью великого крысолова. И к тому же много времени провел в зоне. Могу дать тебе пару советов. Только прямо сейчас я не могу. Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги умереть. Игорь. Thank you.
Таракан попросил тебя сжечь его архив. Ты послушался, но упустил шанс найти новые сведения обо мне. Давай передвинем фигуры космических шахмат, Игорь. Настанет время, и тебе откроется правда. Но сейчас это не важно. У тебя есть вопросы? Задавай. Я ищу свою невесту. Ее зовут Татьяна Амалиева. В последний раз я видел ее здесь, в Припяти. Незадолго до Чернобыльской аварии. Много лет прошло, верно? Что же конкретно ты намереваешься найти? Точно не знаю, но... Но она преследует тебя во снах. Я так и думал. Вот, погляди. Я собрал немало документов, целую кучу. Тихо, мышонок. Они здесь. Не ожидал, что вторая проверка случится так быстро, да? Прости, мышонок. Если Нар обнаружит эти бумаги, они поймут, что мы все это время за ними следили. Сожги это место. Сожги здесь все. Немедленно. Нам нельзя рисковать. Ха, мышонок. С этими крысами шутки плохи. Вот и еще одна возможность показать, из какого ты теста. Для тебя это все игра, крысеныш. Думаешь, кто угодно может заявиться в зону и творить, что вздумается? Крысиный король грядет, а ты собственными руками приближаешь его царствие. Понимаешь, что это или нет? Вот и Нар спешит на крысиную вечеринку. Думаю, я оставлю вас гореть вместе всей вашей визжащей крысиной шаблой. Хотел бы я, чтобы ты сделал другой выбор, Игорь. Thank you.